компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Минувшую пятницу глава Тувы провел пресс-конференцию по итогам визита в Монголию. Напомним, 14 мая делегация из Тувы во главе с председателем правительства направилась в соседнее государство для обсуждения соглашений в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Я очень горжусь тем, что у меня складываются хорошие, дружеские, партнерские, если хотите, родственные отношения с руководителем Монголии. Я уже вам докладывался о том, что в сентябре прошлого года господин Батулган, я имел возможность вкратце рассказать об идее создания общих коридоров, возможности использования тех возможностей, которые российская экономика дает и российские возможности дают. И тогда он проявил особую заинтересованность. Это его слова, когда он сказал: давай пообщаемся в Монголии уже с конкретными людьми, с присутствием министров, которые должны реализовывать эти задачи. Я непременно этим воспользовался. Но перед тем, как выехать в Монголию, постарался это дело проговорить с моими коллегами, прежде всего с губернатором Красноярского края, с руководителями сибирских регионов. Состав участников и программа переговоров были сформированы в соответствии с главной целью визита – презентации 4 инфраструктурных проектов, которые могут и должны стать основой для качественно нового этапа в развитии партнерских отношений между регионами Енисейской Сибири и Монголии. Это строительство трансграничных дорог, автомобильной и железной, организация авиасообщения и транзит электроэнергии. Каждый из проектов направлен не только на интеграцию транспортных и энергетических сетей сопредельных территорий, но и предполагает создание возможностей для свободного транзита в другие государства Азии, в частности, Китай. Я думаю, что это выгодно нам обоим. Нам так важно наращивать потенциал, туристический потенциал, экономический потенциал, да и возможности, которые появились в связи с проектом «Енисейская Сибирь». Убежден, что вот этот проект, связанный по приданию таможенному пункту Хандагай этой многосторонности, он добавит для нас совершенно другую картину активизации наших предпринимателей, наших бизнесменов. Возможности Красноярского края мы с вами знаем. Это промышленно развитый регион Российской Федерации. Это действительно регион, в котором проживает достаточно много граждан, а значит, когда мы открываем шлюзы в сторону большого рынка, в данном случае китайского и монгольского, то вот этот пункт, когда у нас есть укорачивание пути, в данном случае около 2000 километров выигрывает предприниматель, в любом случае это очень интересно и выгодно. Как отметил глава, со своей стороны власти Монголии заинтересованы в создании общих транспортных систем и даже делают конкретные шаги навстречу. Так, если раньше железную дорогу в направлении Тувы планировалось строить только до угольного месторождения Авот в Фупсугольском Аймаке, то теперь Монголия рассматривает ее продолжение до контрольно-пропускного пункта Арт-Сур на российско-монгольской границе и уже занимается проектированием этого участка. Первое – это все-таки автомобильная дорога. Максимальное использование тех возможностей, которые у нас появились в связи с переадресацией федеральной дороги. И выхода его на хороший трансграничный коридор, который появляется в том числе усилиями президента Монголии. Мы очень надеемся на то, что приграничный пункт на границе Китая и Монголии также будет придан многосторонний режим. В ходе поездки появились, в частности, намерения о создании совместных предприятий по переработке мяса, древесины и шерсти. Высказывались идеи о партнерстве в сфере выпуска стройматериалов, поставок продовольствия. Однако пока это лишь намерения, поскольку бизнес ждет от властей обеих государств решения инфраструктурных, законодательных и иных проблем.
Постановлением правительства республики в регионе введен особый противопожарный режим на 21 день. Так, с 17 апреля по 6 июня запрещается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением лиц, выполняющих работы по противопожарному обустройству лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности, отходов и мусора в лесах, выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Государственным комитетом по лесному хозяйству и лесничествами в районах выдача разрешений на посещение гражданами лесных массивов приостановлена до окончания особого противопожарного режима. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края одобрили проект закона об утверждении заключения соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем, Республикой Тува и Республикой Хакасия по реализации проекта «Енисейская Сибирь». Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между регионами по созданию благоприятных условий для стимулирования предпринимательской деятельности, расширения деловых связей в сфере экономической и научно-технической деятельности. Также отмечается, что реализация соглашения будет способствовать формированию региональных и межрегиональных производственных и инфраструктурных проектов, внедрению новых технологий в горнорудной, газо- и нефтедобывающей отраслях, направленных на комплексное решение экологических задач и рост производства. Напомним, 13 апреля на Красноярском экономическом форуме руководители Красноярского края, Тувы и Хакасии подписали соглашение о взаимодействии в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Главы территории оценили соглашение как проект по созданию единого макрорегиона, который поможет краю и республикам развиваться более эффективно. Соглашение заключалось сроком на 5 лет. Предполагалось, что оно вступит в силу после его утверждения в соответствии с законодательством регионов. Одним из основных проектов для макрорегиона станет строительство железной дороги Кызыл-Курагина. В Кызыле продолжаются работы по благоустройству и озеленению города. На прошлой неделе в микрорайоне Южный начались первые работы по созданию сквера на улице Ангарский бульвар в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. На территории места для отдыха посажены 32 березы, прошли работы по выравниванию участка. А вдоль всей улицы Ангарский бульвар идет посадка живой изгороди силами сотрудников мэрии Кызыла. На этой улице будут посажены всего 1300 ильм. Также улицу украсят цветники, клумбы и газон. Исследователи «Новосибирск-Стата» опубликовали данные о средней зарплате в регионах Сибирского федерального округа по итогам первых 3 месяцев 2018 года. Самую высокую заработную плату в Сибири получают жители республики Хакасия, Забайкалья и Красноярского края, а также Иркутской и Томской областей. Подчеркивается, что высокая заработная плата в этих регионах обусловлена отраслевой структурой экономики. Самая низкая заработная плата у жителей Алтайского края. Тува в рейтинге занимает 9 место. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 94 копейки, евро 73 рубля 18 копеек. С 27 апреля ежедневно, без выходных, в Национальном музее контактная выставка рептилий и пушистиков. Фото-видеосъемка бесплатно. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Кызыле. Выставка живых тропических бабочек. Летают и даже садятся на руки. Ежедневно с 11 до 19 часов в Национальном музее. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». We'll be right back.
Ростове мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух жителей Эрзинского района. 14 мая в местечке Дюнгелех села Качик Эрзинского района обнаружены тела двух местных жителей 25 и 34 лет с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. По данному факту региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело убийства двух лиц. Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, а также профессионализму следователей и оперативных сотрудников, удалось установить и задержать мужчину, причастного к совершению данного особо тяжкого преступления. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Чабанской стоянки, расположенный в местечке Таура, села Качик. По версии следствия, 11 мая текущего года на заброшенной Чабанской стоянке между потерпевшим с одной стороны и обвиняемым с другой стороны возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте. В минувшие дни на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел прошла республиканская конференция на тему «Библиотека будущего или будущей библиотеки». В рамках форума прошло заседание Оргкомитета по созданию Ассоциации библиотекарей, принятие документов с участием директоров республиканских муниципальных библиотек республики, пленарное заседание и работа секций. Также в ходе мероприятия сотрудники районных муниципальных библиотек Тувы обсудили вопросы развития данной сферы. Кроме того, речь шла и об автоматизации библиотек на современном уровне. Главный редактор газеты «Центразия» Надежда Антуфьева поделилась с участниками форума об опыте создания полиэтнической библиотеки Союза журналистов Тувы и взаимодействии библиотекарей с общественными организациями. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики и филиал Росгострахмедицина 23 мая приглашает жителей Тувы на день открытых дверей в целях повышения уровня информированности и правовой грамотности застрахованных лиц по вопросам обязательного медицинского страхования, который состоится в резбольнице номер 1. В рамках мероприятия у жителей и гостей столицы будет возможность получить консультацию о своих правах в системе обязательного медицинского страхования, в том числе о порядке получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. В Туве проходит международный информационный тур, организованный для предпринимателей в сфере туризма и представителей средств массовой информации. В республику прибыли 13 представителей турагентств и журналистов из Москвы, Томска, Кемеровской области, Красноярского края и Республики Хакасия. В маршрут инфотура входит посещение Национального музея Тувы, храма Цичинлинг, архитектурно-скульптурного комплекса «Центр Азии», встреча с министром культуры республики Алдаром Тамдыном, знакомство с шаманизмом и горловым пением, а также поездка в Авюрский район, а оттуда в Монголию. Задача приглашенных туроператоров – знакомиться с местными достопримечательностями, культурой, населением и устанавливать новые деловые контакты. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Спонсор выпуска «Погода» – «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Компания «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах.
ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный дождь. Мокрый снег, возможно, гроза. В Кызыле перемена облачность и небольшой дождь, возможно, гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 13. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Днем плюс 18, плюс 20. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми за и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах.